Try again. Друзья, извините за рассоединение. Try again. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Получится ли? Кочечка. Здравствуйте, Кочечка. Здравствуйте, Golden Aesthetics из Балашихи. Дима, привет, салам. Йоу, здорово, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Получилось? Получилось, по-моему, получилось. Проезжаю на Ленинградке, центр Медскан РФ. Завтра, сегодня пойду проверять колено. Что-то оно щелкает у меня, щелкает и щелкает. Как-то мне даже неудобно. Показываю какую-нибудь разминку, зарядку, а у меня дыщ-дыщ. Я думаю, ё-моё, какое палево-то, а? Самоздоровье. А я, оу, эй. А, сальто сделал просто. Новосибирск, здорово. Ярославль, здравствуй, дорогой. Слушай, не болит, но щелкает. А щелкает, сука, громко. На весь зал, падла. А еще, когда показываешь какую-нибудь там передачу, знаете, что-нибудь в передаче, как вот сейчас еду на этот, да пью глюкозаменчик, не помогает. Что-то. Его же надо долго пить, там говорят, несколько месяцев курс. Вот, пью, я постригся, ну не так сильно, но постригся. Почти коротко, на 1.5 сантиметра постригся. На 1.5 сантиметра короче. 3 месяца, да, 3 месяца. Что за тачка? Джип Wrangler. Джип Wrangler. Пацанская тачка. На Урфо приеду, конечно, прямо на машине. Может, на этой прямо и приеду. Улыбнись. Я что-то на кофе подсел в последнее время. Как вы думаете, вредно это или не вредно? По-моему, не очень. То есть, как бы, не очень полезно. Дима, что делать? Сижу на низкоуглеводке. Меня начало тошнить. Это диеты в прямом смысле. Мне кажется, что это или передозировка препаратов, или это передозировка белка. Поэтому предлагаю поесть побольше всякой травы, что будет очищать ваш организм, и добавить каких-нибудь карсилов, какого-нибудь гепатопротекторов, желчегонных, то, что будет немножко очищать организм, поэтому у вас вот поэтому и тошнит. Было такое, ребят. Особенно, знаете, когда вот эти грудки некоторые там что-то экономят и все время грудки. А грудки, это же, понимаете, не самый лучший продукт белковый, поэтому организм засирает. Доброе утро, люди! Само 19961, здравствуй! Еду тренироваться, но сегодня легкая разминочка, потому что в субботу выступление. Сегодня буду с палочкой поднимать. На одной классик. Честно говоря, я даже не знаю, кто едет, кроме Селиверстова. Поэтому болею за Селиверстова. А кто из ребят, честно говоря, даже не это. Не. Кардио каждый день по 50 минут принесет пользу на сушке. Да, конечно, ты молодец. Могу это выписать тебе похвалу. Получайте. Хвалю. Соотношение траты и потребления не успел прочитать. По поводу белка ты прав, но дозировки препарата небольшие. Ну, каждому свое, как говорится. Каждому свое. А Долгин там, он в классик физик. Я не знаю, Долгин, по-моему, ставит стенд. Ставит стенд, где будет представлять коллекцию своей одежды. Следующий сезон тайских каникул с 25 декабря по 10 января 2017 года. Почему грудки-то забирают организм? Что плохого? Ну, слишком много там вот этих вот инжекшн, чтобы они побыстрее росли. Здравствуйте, Тель-Авив. Израиль, да? Шалом? Какие призовые? Ну, я думаю, сумку могут дать. Могут дать призовые кепку. Спортпит, возможно. Ну, не знаю, у качков... Шалом. У качков спортпит, а там не знаю даже, что. Дмитрий, подскажите, служу в армии, белка и углеводов недостаточно. Как организовать тренинг? Ну, честно говоря, не очень. Я думаю, что если есть время свободное, просто заниматься надо хотя бы чем-то.
хотя бы какой-нибудь физкультурой бегать вас, наверное, там заставляют. Турник наверняка есть. Вот организуйтесь с ребятами, кто с вами вместе служит. Подтягивайтесь, зарубайтесь, кто там больше выходов сделает, кто будет больше ног перекладины поднимать. Кроссфитовские комплексы используйте. Бассейн замечательно, бассейн спину растягивает, бассейн дает дыхалочку. Вот, например, боксом я занимаюсь раз-два в неделю. И когда не плаваю, то быстренько задыхаюсь, а когда плаваю, то мне хватает на дольше. Нью-Йорк, здравствуйте, Нью-Йорк! Шапка с рогами. Но это у нас же был шоу в 2008 году, было шоу «Фитнес Тим Москва». Мы делали новогоднюю программу, где был медвежонок у нас, лось и еще кто-то. Ну, Дед Мороз, естественно, Снегурочка. Ну вот, костюмы остались, и в «Медведи» я поднимал тогда на тайских каникулах, толчок делал. А тут, ну, просто шапка, шапка, чё в шапке, чё в шапке. Ну, прикололся. В шапке с рогами. Соревы по тяжелой атлетике уже идут, там и регулярные категории, обычные юношеские категории, и в субботу, и пятницу, суббота возрастные группы. Кто постарше? В пробку, да, стою в пробке. На Ленинградке стою в пробке, в пробке. Может, на низкой углеводке что еще попробовать? Ну, когда совсем тяжело, на тропные препараты. Еще одно сальто сделал. На тропные препараты, потом какие-то вот такие, которые позволяют лучше дышать, чувствовать себя лучше на сушке, типа, как они там называются? Блин, не помню. Кубок Ишанькина спланировали на 14-15. Анонс скоро будет. Jeep Wrangler. Wrangler Jeep. А если так, я смогу читать, а вы меня сможете видеть? А так нормально или так не очень? Так сойдет? Петышин, здорово. Димасик, здравствуйте, люди. Нормуль. Че, так можно? А, ну и прекрасно. Замечательно. Ну, прям еду медленно-медленно прям. Прям медленно. Как повысить функционал для бега в тренажерном зале? Не знаю, функционал для бега. Ну, бегать, наверное. Ну, всякие упражнения там надо. Дрилл сделать всякие. Для бега, а не в тренажерном зале. А что в тренажерном зале? Ну, закачивать, может быть, какие-то проблемы. Там, например, когда бегаешь, много колени начинает болеть и спина. Поэтому укреплять колени и спину. Рацион на сушке. Как это? Рацион на сушке. На сушке. Ха-ха. Белки и углеводы. Какая разница, на сушке или не на сушке. На сушке просто надо считать, в чем дело. Что делать, если разбит с утра, нет энергии? Йогу. Просыпаться, делать йогу. Здравствуй, Виталий 979. Око возрождения попробуйте поделать. То, что реально дает энергию. Тут не про еду и не какие-то препараты, а вот прямо то, что, видимо, какие-то тонкие тела наши пробуждает. Ну, это реально дает энергию. БЖУ, ну, я начинал 200 белка, 300 углеводов, 100 жиров. Потом постепенно менял пропорцию углеводов, уменьшал, белка добавлял. Жир оставлял до последнего где-то, ну, грамм на килограмм. В Казахстан договаривались вроде, собирались. За допинг будут сажать, что делать? Чиститься, не химичить. Качание без бега, велодорожки, к чему приведет качание без бега и вело и дорожки? К чему приведет? К проблемам со здоровьем, скорее всего. Что многие специалисты в области здоровья и сердечно-сосудистых систем вам скажут, что надо кардио делать больше, чем силовых. При желчных камнях. Ну, не знаю, к врачу надо обратиться. Львовича не отправлял, нет. Поехал у нас Селиверстов. Дмитрий у нас. Ампаратор. Хорошо ли заниматься стрейчингом мужчинам? Конечно, хорошо. Все развивается. Какие хондропротекторы? Ну, я пропивал вот... Как у нас кости? Бон. А как назывался-то? Бонбуст, вот, Усан. Хороший препарат, и прямо облегчение было. А сейчас глюкозамин, хондроитин, и как-то облегчение не замечаю пока. Ну, может, еще. Возьми к себе водителем. Был у нас опыт работы с водителем. Смешно, да. Ну, мне как бы необходимости нет.
Необходимости нет. Захар, пожалуйста, на отдыхе после соревнований через полгода Гина появилась. Ну, бывает. Бывает. Все вот эти вот проблемки, они вылезают, когда гормональный фон меняется. То есть, когда вы все время на курсе, оно вроде как нормально. А когда вы перестаете, вылезают проблемы. И когда начинаете, проблемы вылезают. Поэтому некоторые вообще не слезают. Анализы нормальные, да. Поздравляю. Поздравляю. А, вот Маша Кузьмина еще по бикини выступает из знакомых на одной классе. Овсянку с утра отлично, прекрасно, можно. Вопрос на снижение веса. Если килограмм, то не надо, а если 100 грамм, можно, хорошо. На снижение веса. Кулаев? Да ладно, ну круто. Да, за Кулаева болею. Нужен будет водитель. Петышину Евгену дай знать, он мне позвонит. Степой гном, степой гном. Лови зеленых. Спасибо, братва. Крутая шапка, что за фирма? А, моя любименькая это. Давайте поближе. Эйч, угадайте. Квиксильвер. За Николаеву, за Ярославу. Ну, красотка, молодец. Что делать, когда кисть сломана? Знаете, некоторые гормон роста предпочитают применять небольшими дозировками. Он залечивает, зарастают всякие болячки. А я начинаю 95-100, по-моему, 100, подожди. Да, 95-110, а там как пойдет. По пятерочке, думаю, буду добавлять. Тренер сказал, надо почувствовать помостик. Чем хорошо кардио по утрам? Всем, всем хорошо. Чем лучше? Клоков дает мне задание по тяжелой атлетике. Буду смотреть Арнольд, если смогу, потому что дел много, еще с ребенком надо позаниматься. Ну, это, наверное, вечером, да, можно вечером посмотреть. Но я, честно говоря, в последнее время что-то приезжаю, вырубаюсь, как бы ничего не смотрю. А как Бадди нашли? Бадди нашли? Слушай, я, честно говоря, вот подробностей и так вот прям подробностей не знаю, потому что был чем-то там занят. А Ксюха рассказывает, что позвонили, сказали, что видели, потом опять позвонили, сказали, что видели, а потом девочка за ним просто ходила и, ну, позвонила, сказала, вот я его вижу, вот он. Он говорит, подойдите, подержите. Там. А она говорит, я боюсь. И вот она за ним ходила. И говорит, мы вот здесь. И они с Лёшкой уже сели в машину, доехали. И она говорит, Бадди. И он говорит, уши поднял такой вот через все там заборы, сугробы. Ломился, так обрадовался. Наши атлеты на Арнольд Классик. Я рад за Шабуню, хороший результат. И смотрелся довольно-таки уверенно. Чуть-чуть, может быть, не хватает там в ногах жесткости, но в целом понравился. Ехаха. Старипова? Да нет, что-то у него свои дела, у нас свои, как-то мы так не общаемся. Что смотрели последнее время? Что хорошее? Что в кинотеатре хорошее? Что не в кинотеатре? Расскажите, напишите, пожалуйста. Лёша Шаев из Рязани. Здорово, Лёха! Слушай, хочу по классик физик провести соревнования. Значит, тут и сальто сделали опять. Я сегодня акробат прямо. Васю давно не видел. Я сегодня попрыгун. А вот эта фигня снимается. И у меня кабриолет будет летом. Наверное. Зверополис хороший? Надо посмотреть. Можно? Класс. Спасибо. А чё это? Можно поэтому? Боги Египта? Боги Египта прикольно. Египет нравится. Там тепло. Сейчас, правда, не доедешь до Египта. Как-то у меня было желание прям поехать в Египет на кайтсерфинг. Но такой перелет, там 2 или 3 пересадки, 60 тысяч рублей. Такой бред, конечно, чтобы попасть в Египет. Тяжело. Боги Египта – трата времени. Москва – еще тот Зверополис, это точно. Поэтому мы отсюда сбежим. Мирный воин смотрели, старенький, да? Старенький, но хороший, да, вполне. Ой, надо же побриться, да, что-то у меня морда-то не бритая. Ужас. Воздушный маршал. Ну-ка, что, прям хорошо? Образцовый самец, это новенькое что-то.
А этот дедушка легкого поведения, что-то смотрели? Супруга здесь уже. На Дэдпул ходили, да, понравился. Это очень смешно. Забавненький. Макс Соломейн. Дедушка. Королевство Амировский. Это кино, да? Королевство? Бороду... Да не, у меня бороды не получается у меня. Я этот... Как его называется? У меня такая бороденка. Бороды у меня не получается. Бороденка. Здрасте, Суворов Илья. Спасибо, спасибо за рекомендацию. Ну что, давайте вам хорошего дня, что ли, братва? Всего самого замечательного. Удачи, пока-пока. Спасибо, что вы с нами. Приезжайте на салют Гераклеон, там в субботу будет Берестов выступать, будет поднимать много. Судя по Инстаграму, где-нибудь 170-210. Прям много-много. Давайте, ребятки, пока-пока.